Nowadays I just don't know who my friends are. Nah, sweet stuff. Don't trust no one. Всем привет! Отличная футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют не хуже. Работа для вас сегодня будет, как вы могли догадаться, неизменный комментаторский состав. Георгий Черданцев, Константин Генич. Очень надеемся, что звук вы не отключили. Это действительно будет отличная игра. Очень и очень нравится мне работать на этом стадионе. Думаю, не ошибусь, если скажу, что матч сегодня нас ждет, что надо. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Атака продолжится через фланг. Кросс. Спокойно они готовят свою атаку. Потери и мяч у соперника. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Теперь соперник с мячом будет. Инлер. Товарищ Лайнсман, а вы уверены, что вне игры все-таки было, а?
Все верно, края надо чаще задействовать. Слушайте, ну это просто Барселона-Гвардиолы в лучшие времена. Инлер. Навес напрашивается. Великолепен защитник сейчас спас команду он этим действием. Игра головой и мяч уходит за боковую. И вот результат активного прессинга. Мяч уже у соперника. Еще чуть-чуть и был бы гол. Не получилось мяч сохранить. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Ну и пробить надо. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец! Такие передачи придают атакам остроты. Елене. Обрати внимание, как расположилась защита гостей. Видимо, это какая-то домашняя заготовка поймать соперника в офсайд. Росс. Выбит мяч из штрафной. Несмотря на удачный подкат, мяч по-прежнему у соперника. Идут они в атаку. Играют они в пас. Можно подавать тут. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Пилья. Рикошет и будет аут. Уверен, он сыграл сейчас. Пас на ход партнеру. Есть первый гол в этом матче. Посмотрим, что будет дальше. На повторе хорошо видно, что никаких проблем в этом моменте у нападающего не было. Он был близко к воротам. Вратарь и защитники отыграны. И оставалось только пробить точно, что он и сделал. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. И перехвачен этот пас. Отличный прием, так держать. Инле. Контролирует мяч команда. Соперник пока никак не может его перехватить. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Теряют они мяч. Не прошла эта передача мяч у соперника. Без мяча играть теперь. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. И вперед он идет. Есть время и пространство для навеса. С угла будут подавать, но в отборе очень надежно было сыграно. В центр штрафной пошла подача. И, как обидно, чуть-чуть не хватило. И куда мяч пойдет сейчас? Отлично сыграно, очень вовремя защитник мяч вынес. И, похоже, пас дойдет до адресата. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. Выручил он свою команду. Похоже, посыпалась команда. Пенальти назначает рефери, и у соперника отличные шансы увеличить разрыв в счете. И тогда, в общем-то, можно уже будет с полной уверенностью назвать победителя этой встречи. Судья указал на точку, и игрок отделался лишь легким испугом. Ну и в данной ситуации арбитр... И этот пенальти становится вратарской добычей.
Мяч летит в центр штрафной. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Отличное спасение. И это полевой игрок снова. Мяч переходит к сопернику. Поточнее бы сыграть сейчас. Бить надо и сравнивать счет. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция для удара. Судья решил много не добавлять. Минута до конца тайма. Заканчивается первый тайм 1-0. Вторая половина матча началась. Мяч потерян. Пас на фланг. Можно навес сделать здесь. Следует скидка. Все правильно сделал вратарь. Просто отбил мяч в сторону. Ваут выбивает мяч защитник. Молодец. Мяч за боковую уходит. Ошибается игрок. Мяч перехватывает соперник. Пас на ход партнеру. Есть гол! Удалось им сравнять счет. Снова равенство на табло 1-1. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Без мяча играть теперь. Уверен, он сыграл сейчас. Мяч вперед идет к чужим воротам. Отличный момент есть. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Отлично они в пас играют, но к чему приведет такое владение? Великолепен защитник сейчас, спас команду он этим действием. А как насчет навеса здесь? Теперь в атаке уже соперник будет. Тут контратака может получиться. И как он дальше мячом распорядится? Неплохо он с мячом идет вперед. Кросс. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Мяч вратарь ведет от ворот. Очень хорошая возможность забить. Упущен. Очень вовремя он сыграл на перехвате. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Выбивает он мяч. Будет угловой. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника.
Тащит мяч вперед он. Какой финт! Великолепно! Выбили у него мяч. Кому он достанется? Из-за боковой ведут они мяч в игру. Ну что это за вот мяча из аута? Мяч перехвачен. 20 минут до конца основного времени матча. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Пас тут получше отдать стоило. Попытка обострить игру. Великолепно сыграл защитник. Арбитр фиксирует офсайд, но если он и был, то очень небольшой. Пилья. Шире игру стараются развернуть. Мяч на фланге. Нарушение и штрафной удар. Пятнадцать минут до конца основного времени матча. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Как хорошо он увидел партнера. Как защитник сыграл. Браво! Может получиться интересная атака. Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Есть удар. Вот так вот! Что за гол? Да, и команда буквально выгрызает победу. Какой у него удар все-таки получился, а? Мастер! Под самый занавес матча забит этот мяч. Наверное, это означает победу. Ну, какие-то пара-тройка минут еще все-таки есть. И на одну атаку их вполне должно хватить. Последняя возможность это для них забить. Нельзя мяч терять сейчас. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Разрядил он обстановку сейчас. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Елене. Такие передачи придают атакам остроты. Тащит вперед мяч. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Есть время и пространство для навеса. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. В офсайде оказалась команда. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Надо забивать последний шанс. Им надо показать свой лучший футбол, чтобы сравнять счет по этой атаке. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Спас просто. Это, конечно, не стандарт. Дает главный судья свой последний свисток.
Ошибается игрок, мяч перехватывает соперник. Пас на ход партнеру. Есть удар. Вот так вот! Что за гол? Да, и команда буквально выгрызает победу. Какой у него удар все-таки получился, а? Мастер! Пас на ход партнеру. Yeah.